безпека країни під час пандемії. Рінат Ахметов об'єднав зусилля благодійного фонду та активи компанії SCM у боротьбі з коронавірусом в країні. Основне завдання – уповільнити епідемію та мінімізувати ризики у складні часи. Фонд Рината Ахметова по личному решению учредителя передал 300 миллионов гривен на борьбу с эпидемией коронавируса. Одновременно с этим на своем уровне бизнес ESCM, прежде всего Мединвест и ДТЭК, включились в борьбу с этой страшной бедой. По инициативе президента Украины Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова мы включились в создание региональных штабов по борьбе с коронавирусом в 4 областях – Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской. Кроме этого, мы уже активно работаем в городах нашего присутствия в других областях, например, в Запорожской, Днепропетровской и других. Мы совместно с местной властью, губернаторами и мэрами делаем все возможное для того, чтобы замедлить распространение эпидемии. Это даст нам время закупить дорогостоящее оборудование, прежде всего аппараты искусственной вентиляции легких, и обеспечить медицинский персонал и другие социальные службы средствами индивидуальной защиты. Для этого мы сфокусированы на том, чтобы люди старшего возраста, которые находятся в самой большой группе риска, 60+, оставались дома и были обеспечены всем необходимым. Коронавирус – это настоящая большая беда. Масштабы этой беды таковы, что ни государство, ни отдельные области, ни отдельные города, даже при поддержке крупных компаний, не смогут справиться с надвигающейся эпидемией. Поэтому я призываю весь бизнес, от больших до самых малых, и я призываю даже обычных людей включаться в борьбу, брать на себя ответственность, и только вместе мы справимся.